Здравствуйте, друзья! Сегодня покажу вам узор рельефный, однородный, плотный за счет вытянутых петель, который подойдет для вязания детских вещей. Хорошо будет смотреться на мужском свитере. Может быть как отделкой, так и основным фоном. Узор простой, вяжется легко, держит форму. Это лицевая сторона, и вот изнанка. Раппорт узора равен 3 петлям, плюс 1 петля для симметрии, плюс 2 кромочные петли. Раппорт узора в высоту равен 4 рядам. Узор можно вязать как поворотными рядами, так и по кругу. Свяжем узор поворотными рядами. Я набрала 30 петель. Минус 2 кромочные петли, в результате 28, минус 1 петля для симметрии, 27 петель, ровно делится на 3, без остатка. Вначале нужно провязать один подготовительный ряд изнаночными петлями. Я его провязала. Повернули вязание, перед нами лицевая сторона работы. Вяжем первый ряд узора. Кромочную петлю снимаем. Теперь вяжем раппорт узора. Первую петлю снимаем, не провязывая нить за работой. Дальше 2 лицевые петли. И повторяем. Одну петлю снимаем, нить за работой, 2 лицевые петли. Вот это раппорт. Снимаем петлю, 2 лицевые петли. Две лицевые петли провязали, раппорт провязан. В конце петля для симметрии. Снимаем нить за работой. Кромочную петлю провязываем изнаночной петлей. Второй ряд. Изнанка. Кромочную петлю снимаем. Петлю, которую мы снимали, также снимаем нить перед работой. Вот. Две следующие петли изнаночные. Петлю, которую мы снимали в первом ряду, мы также снимаем ее, не провязывая нить перед работой. Две следующие петли изнаночной. Две изнаночные провязали и провязываем петлю, вернее, снимаем петлю, нить перед работой, кромочной, а также изнаночной петлей. Теперь провязываем третий ряд. Кромочную петлю снимаем. Первая петля, эту петлю мы провязываем лицевой петлей. Теперь нить перебрасываем перед работой и две следующие петли снимаем на правую спицу, не провязывая. Вот, нить перед работой. Повторяем. Провязываем петлю лицевой. Две следующие петли снимаем на правую спицу, не провязывая нить перед работой. И повторяем весь ряд до конца. Провязываем петлю и две петли снимаем. Довязали мы раппорт, сняли две петли. Последнюю петлю провязываем лицевой петлей и кромочной изнаночной петлей. Вот, обращаю ваше внимание, как мы начинаем ряд, так мы ряд и заканчиваем за счет петли для симметрии. Теперь вяжем четвертый ряд. Кромочную петлю снимаем. Все петли в четвертом ряду мы провязываем изнаночными петлями. Только обращаю ваше внимание, что нужно провязать петлю так, чтобы она была не перекрученная. Независимо, как вы вязали петли, бабушкиным способом или классическим способом, смотрите, как лежит петля, и берите стенку, чтобы петлю не перекрутить.
здесь есть петли провязанные и снятые, потому нужно смотреть внимательно, как лежит петля, и не перекручивать ее. Вот раппорт узора в высоту мы провязали. Повторяем с первого ряда. При круговом вязании узора набираем количество петель, которые ровно делятся на 3, без петли симметрии и без кромочных петель. В круговом вязании кромки нет. Плюс одна петля, которой надо сомкнуть вязание в круг. После смыкания в круг мы получим количество петель, кратное 3. Эта петля убавится. Набрали петли, повесили маркер, который указывает начало кругового ряда. И также надо провязать один подготовительный ряд. Только при круговом вязании этот ряд нужно провязать лицевыми петлями, потому что при круговом вязании мы все время вяжем по лицевой стороне. Провязали один ряд лицевыми петлями, перевесили маркер на правую спицу и вяжем первый круговой ряд. Первый круговой ряд вяжется так же, как и при поворотном вязании. Одну петлю снимаем, нить за работой, 2 лицевые петли. Второй ряд также провязывается, как и первый ряд. Первую петлю опять снимаем, 2 лицевые петли. Следующие 2 лицевые петли. И так повторяем весь этот ряд. Третий круговой ряд вяжется так же, как и при поворотном вязании. Первую петлю, петлю, которую мы снимали, мы провязываем лицевой петлей. 2 следующие петли мы снимаем на правую спицу, не провязывая. Рабочую нить располагаем перед вязанием, перед работой. Четвертый ряд мы провязываем все петли лицевыми петлями, потому что это лицевая гладь должна получиться у нас. И повторяем с первого ряда. Вот, смотрите. Если вязать свитер от горловины, узор будет выглядеть так. Вполне можно вязать сверху вниз. Поделитесь вашими идеями, что бы вы связали этим узором. На этом я прощаюсь с вами. Всем удачи, хорошего настроения. Кто не подписан, подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Этим вы поможете развитию канала. Будьте здоровы! До встречи в следующем видео!